Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре музыкальный центр Sony MHC-BX5. Данный центр имеет мощность, по-моему, 2 по 60 Вт, если я не ошибаюсь, но это RMS мощность. Значит, что у нас здесь присутствует? У нас есть лоток на 3 диска, у нас есть радио, у нас есть AUX. В данном случае он здесь как вход мини-диска. Вот, но это одно и то же по сути. И двухкассетная дека. Так вот она открывается. Обе кассетные деки имеют автореверс. Сверху видим микропереключатели, которые видят то, что можно ли запись кассеты или нет, и также выбор типа кассеты. Ну, далее по кнопкам. Ну, кнопки я не буду все комментировать, да я, наверное, не буду комментировать, просто вам видео сниму, потому что у меня не работают ни кассеты, ни диски. И многими кнопками я просто не пользовался, я просто могу ошибиться. Просто вам вот сниму то, что есть. Ну, в принципе, наверное, кнопки все. Вот такой вот пульт у данного центра имеется. Кстати, вот эту вот моргалку, ну, типа вот демо-режим, да, просто в режиме ожидания, можно убрать. Нажимаем на вот эту клавишу, и все, все тухнет. Ну, а также есть вот эта вот клавиша Spectrum называется. Это, ну, выбор режима спектроанализатора. Эквалайзер здесь, ну тут есть пресеты уже, которые с завода зашиты, а есть еще трехполосный эквалайзер, который вы можете сами выставить, как вам нравится. С обратной стороны мы видим вот такую информацию, модель. Дальше мы можем здесь увидеть, что 230 вольт он питается, и вот мощность потребляемая 190 ватт. Далее тут такой внушительный радиатор. Кулера электрического я здесь не вижу. Так, это у нас оптический выход. Это у нас FM-антенна, это AM-антенна. Это у нас вход как раз таки MD, Drop Video, Audio In. Ну, это AUX по сути. А здесь у нас выход на колонки. Колонки у нас имеют вот такие размеры, они по высоте такие же, как центр. Глубина, ну вот такая. Сзади выглядят вот так. Ну, ДСП примерно миллиметров 12, наверное. И вот жиденькие такие провода. Тут есть над чем, как говорится, поработать. Далее имеется здесь два динамика. Ну, визуально они так по 16 сантиметров в диаметре. Отличаются они немножечко
колпачком. У этого колпачок чуть побольше, но этот, скорее всего, больше низкие частоты играет, а тот больше как на средние. Но могу ошибаться. Такие порты фазы инвертора. И вот этот динамик ВЧ. Они у меня немножко надорванные, вот видите. Вес одной колонки 5 килограмм 300 грамм. В данном центре мне нужно поработать с проводами, потому что на одной из колонок там где-то провод перегнулся и в различных положениях немножко колонка похрипывает. Вот. Ну и плюс в обоих колонках порванные ВЧ. Ну давайте послушаем, как есть. Звук у этого центра, даже с учетом всех этих недостатков, то что вот провода и порванные ВЧ, в принципе он мне довольно понравился. Вот, значит, выключаем полностью все эффекты. Вот здесь вот есть такая клавиша on off, вот это на off выключаете, здесь эффект off будет. Здесь или же можно это сделать, я уже не помню, по-моему, вот этой вот клавишей, точно не могу сказать зато. Вот, и звук становится более-менее нормальный. Когда же всякие там пресеты начинаешь включать там вся, ну уже звук чуть-чуть похуже становится. Если же включать грув, то там настолько звук басов очень много становится, ну буквально если сидишь на полу, как будто кажется, что под тобой пол трясется. Но это я сказал для любителей басов, а так мне особо-то это не сильно нравится. Мне больше нравится, когда более-менее ровная АЧХ и когда середина более разборчивая. Ну, кому что, как говорится. Спасибо за просмотр.